Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди на аппарате Submerged Hidden Depths. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше с вами водное приключение. Где наш брат? Мне послышалось ли он зовет нас? Что он хочет? Ты где? Да где ты? Что ты хочешь? Чё ты кричал? Я думал, он зовет нас куда-то, хочет нам что-то показать, может быть, нет, он там кругами побегал, покричал и все. Давайте посмотрим на карту и определимся, куда мы поплывем сегодня. Я предлагаю поплыть на северо-восток. Почему бы и нет? Да, давайте, наверное, так и сделаем. Поплывем вначале просто на восток. Там книгу подберем, осмотримся еще по пути, я думаю, что-нибудь найдем. А потом уже вверх на север. И так далее. Кеста, how we go? Так, вот здесь уже нужно осматриваться. Так, ну в принципе нам еще нужно проплыть те здания, а вот там уже получше нужно будет осмотреться, там мы не были. Вот там вот книга, а вот сейчас мы прям туда и направимся. Само собой, здесь тоже есть сюжетное место, но сюда мы потом приплывем. Так, вот туда вот за книгой, в принципе, мы уже... почти приплыли. Ой, дождь пошел. Нам бы лодочку модернизировать немножко, установить там хотя бы навес какой-то на ней. Что-то наподобие крыши. Ну? Мато. Так, туда мы, получается, спустимся. Ой, погодка вообще. Портилась в такую погодку, конечно, лучше подобными исследованиями не заниматься. Так, подождите, а куда нам надо-то? А, вот там еще проход есть дальше.
Так, стоп, а тебя куда? А, я могу с камнем перепрыгнуть. Я почему-то думал, что с камнем перепрыгивать мы не можем. Ну тогда нормально. Кстати, довольно высоко надо будет здесь осмотреться по сторонам. Реликвия, отлично. Готова, книга найдена. 27-я уже книжка. Так, давайте сплаваем, во-первых, за реликвией, потом, возможно, за улучшением еще. Что у нас тут? То мы в этот раз вытащим. Планеты. Планетарий. 12 реликвий. Потрясающе. Так, там интересное место. Ну, в принципе, вот, что-то плывет. Эй, не толкайся. Что-то большое, возможно, касатка. Кстати, это не смотровая башня там? Да, она самая.
Еще реликвии, отлично. Клеть океана. Шесть из десяти достопримечательностей. Четыре штуки осталось найти. Мы далеко от края карты. Да, в принципе, вот на самом краю уже. Улучшение 15. О, еще какие-то рыбы. Это скаты. Странно, бача. Отлично. Там тоже улучшение, там реликвия. Так, ну за ними мы потом сплаваем. Сейчас давайте мы лучше на эту обзорную башню. И на север поплывем. Погодка, конечно, ужасная, плохо видно, так что толку от того, что мы тут осмотрелись, ничего и не видно-то. Хоть еще в телескоп посмотримся. Какие-то предметы добавлены на карту, две штуки. О чем это? Предметы, два предмета добавлены на карту. Может быть, автоматически какие-то предметы, типа реликвии или книги? Ну, жалко, не показывает здесь, какие же предметы были добавлены. Жалко вообще, что предметы, которые мы уже собрали, они хотя и поменяли цвет, стали серыми, но их нельзя вообще убрать, отключить. Можно фильтровать по типу предметов. Но вот полностью отключить то, что мы уже собрали, нельзя, к сожалению, потому что очень много иконок, и они в итоге только путаницу добавляют. Я хотел бы видеть только те, которые мы еще не собирали. Остальные мне только мешают, отвлекают. Так, ну что ж, давайте мы просто вверх сейчас поплывем на север. Здесь осмотримся на всякий случай. Да, ничего нового. Ладно. Так, поскорей бы уже утро, чтобы было светло.
А вот здесь нужно хорошо осмотреться. Так, ну по крайней мере погода успокоилась. И то хорошо. Так, что там? Там книга. Отлично. Так, нет, не изнутри. А куда ему тебя залазить? Так, и туда тоже нужно будет сейчас забраться. Ого! Стоп, а что я слышу? Книгу слышу или здесь что-то? Давайте-ка на всякий случай взглянем. Вот, что-то слышу. Отлично. Туда мы тоже обязательно сплаваем. Apple gone. 28-я книга. Ну, половину мы собрали. Сегодня вот туда вот нам нужно отправиться. Так, и давайте первым делом подберем улучшение для лодки. Отлично. Это у нас уже 16-е. Надо бы еще и здесь тоже осмотреться. Так. Тут ничего не вижу. Ай. Так, там книга еще одна, само собой.
еще всего лишь 3 обзорные точки есть. Найдем обязательно. Так, тут что-то еще видим? Да, я думаю, можно уже отправляться за семечкой. Так, давайте по буйкам, чтобы там не путаться. Ой, туман какой. Как сюда забраться-то? Сразу вижу, что нужно сделать. Taco, go! Стоп, а там ворота, что ли? Может быть, их тоже надо было открыть? Электростанция Лилипут. Ну вот сразу и место, куда нужно будет нам принести семечку. Так, туда залезть можно, туда можно пройти. Там я вижу, ракушка светится. Элемент стиля – косички. Так, это туда же спуститься можно просто. Так, а вот и ворота. А зачем это мы вот так вот открываем? Чтобы заплыть туда? А зачем это? Нет, это туда проплыть нужно. Мы не здесь проплывали. Там еще здание, видимо, где мы не были. Ага. Судя по всему. Хотя... А как потом сюда семечку тогда принести? Ну-ка, давайте сначала здесь мы все осмотрим. Так, я уже вижу там ракушку. Семечку нужно будет сюда принести, сюда положить. Так, а как же... А, спуск есть, я его не видел.
Так. Тут можно наверх подняться. Ну-ка, давайте вначале туда. А, 29-й дневник. Но это мы можем просто вернуться таким образом. Это нам пока что не надо. Так, стоп, как туда добраться? Мы, наверное, обойдем сейчас, а там по траве нужно будет спуститься. Кстати, цветок. Так мы сейчас его взять сможем. Великолепно, цветок мы взяли. Так, а что мы сюда только за цветком? Или, а куда же дальше? Хорошо, цветок мы взяли. Это обратно. Туда я никак не могу. Как мне вот туда вот попасть-то? А, так я не могу наверх, там встать некуда. Я было подумал, что раз уж здесь не нужно лезть куда-то наверх, на небоскребы и так далее, то будет попроще разобраться. Оказалось, наоборот, здесь сложнее понять, куда же нам в итоге надо-то? Вроде бы так близко, но как туда попасть? Вот оттуда нужно будет проползти по цветам. Хорошо. Как сюда попасть? Все-таки теперь попробовать через ворота те проплыть там, которые мы открыли. Может быть, там где-то будет еще подъем? Ну, наверное, не зря же мы их открывали. И тут еще ворота.
not have. Aki. Так, это сюда можно будет потом спуститься. Понял. Сейчас, наверное, наша задача открыть следующие ворота. Так, вторая ракушка. Отлично. Это мы туда попадем. Да, вот там вот и семечко, прямо над нами. Так, это нас туда же приведет, откуда мы сюда поднялись, это нам не надо. Ага, это как раз и открывает ворота, и все, нам что, теперь обратно получается и проплыть через эти ворота? Тут мы больше ничего не соберем? Ну, судя по всему, так. Это что такое? Это крабик. Но больше ворот нет, поэтому уже по-любому где-то здесь все должно находиться. Так, третья ракушка. А тут этого крабика нигде нету, чтобы его как бы в коллекцию добавить. Стоп, я сюда... Нет, сюда я не могу. Так, это наверх нас подымет. Сюда нельзя. И туда тоже нельзя. Тогда путь только один. А вон еще крабики. Так, 4 ракушки осталось. Отлично.
13-е существо. Вастрон. Да чё вы меня пугаетесь? Так, стоп, где-то я здесь ракушку видел или мне показалось? А, вот. Шестая уже. Так, а нам в итоге куда? Вот туда. Так, понятно, куда это нас принесет. А тут у нас... Тут у нас все? Ну, вроде бы. Всего две осталось. Так, там мы подберем семечку сейчас. И потом туда, видимо. О, кстати, вот сюда вот можно пройти. А ну-ка. Остались ли хоть где-то люди, которых пощадило черное растение? Так нам сюда и нужно, получается. Подождите-ка, давайте-ка мы тогда пока что семечку положим и осмотримся. Значит, это мы ее спустим, а сами вот сюда пойдем, да? Так, хорошо, понятно. В таком случае вначале нужно сбегать в противоположную сторону. Там можно было тоже куда-то пройти. Стоило семечку с собой взять, но мы с ней так медленно двигаемся. А, мы здесь с ней не смогли бы подняться. Тут просто книга. Отлично. Тридцатая. Так, стоп, я могу сюда как-то спуститься? Вот туда вот мне как попасть?
подходишь к краю, она сама цепляется, прыгает и так далее. Как-то снизу. Мы пройдем, наверное, там выйдем. Значит, сейчас мне идти сюда именно, хорошо? Так, здесь можно и наверх, и вниз. Сверху нам как раз сейчас вот с семечкой нужно будет пройти. Хорошо, давайте снизу поисследуем. Первая книга и последняя книга вот там находится, там, где мы проходили только что, но пока что мы туда попасть не можем. Так и нам еще ракушки нужно искать, две штуки, кстати говоря. Главное, их еще не пропустить. Поднимаемся все выше и выше, но нам же не сюда абсолютно нужно. Нам наоборот как-то вниз нужно. А, так мы здесь спустимся, здесь как раз лифт. О, восьмая ракушка. Ага. Вот, в принципе, где мы находимся, там, где в самом начале я стоял и думал, как сюда попасть. Вот и последняя ракушка. Есть, все элементы стиля мы получили, теперь можем его применить к косичке. Ну-ка. О, пускай будет такая прическа теперь. А нам еще нужно книгу одну найти. Ну, отсюда я никак и никуда попасть не смогу-то. Как же нам... Здесь я наверх тоже не заберусь.
книга вообще как далеко? Где-то аж там. Похоже, что я ее пропустил все-таки. Как-то где-то. Только не могу понять все-таки как и где. Где же я ее пропустил? Можно, конечно, пробовать сейчас назад пробежать. Там пропустил-то. Мы, в принципе, прям рядом с ней там проходили, но как именно к ней туда перебраться, вот это вот я не понимаю. Вот она где-то там, как туда попасть? Вот оттуда во что ли? Вот так вот. А туда как попасть? Я там был или не был? Может, я там был, но просто этого не заметил? Что там можно за доску зацепиться. Чтоб вот так я не смогу пропрыгать? А нет. Книга-то она вон где. Похоже, что действительно мне нужно вот туда. А вот туда это... Это куда? Так, смогу ли я сейчас туда попасть? Или мне придется как-то заново на лодке туда подплывать? Залазить там? Да чё вы меня пугаетесь, а? Я ж не страшный. Так, как я сюда попал? Откуда я? Ага, я спрыгнул оттуда, я сейчас не смогу туда. Никак. Ёлки-палки, это мне нужно сейчас обратно на лодку. А на лодку, наверное, сейчас я не смогу попасть. Потому что лодка-то пришвартована в другом месте. А, подождите, стоп. Если вот так вот. Так, и теперь влево. Вот, могу. Вот это вот место. Понять бы четко это. Но мы там были, да. Это получается мы подплыли туда, поднялись, сразу же здесь пробежали. Я, видимо, просто не заметил, что туда можно залезть. Полез туда по цветам. А в таком случае, возможно, сейчас туда попасть никак и не смогу. Мне бы просто спрыгнуть здесь. И всего делов.
Я, наверное, из-за тех зеленых растений, свисающих, не заметил там доску красную. Не заметил, что там можно схватиться. Теперь ключевой вопрос, как туда обратно попасть-то? Сюда мы вот оттуда вот, кстати говоря, прилетели. Обратно мы, само собой, так не сможем. Это нас чисто за книгой наверх подымало, если я не ошибаюсь. Да, отсюда мы ничего не можем. Да, у нас проблема. Не то, что проблема, нам просто придется сейчас потратить время. Нам придется положить семечку, вернуться обратно домой. Точнее, игра нас просто вернет домой. Потом плыть обратно сюда заново. И заново проплывать. Ну, хотя ворота открывать уже не нужно. Нам просто заплыть внутрь. Мы уже знаем, куда сразу пришвартоваться. И все. Но все равно сама суть, что заново, это всегда неприятно что-либо делать заново. Даже несмотря на то, что никакой сложности в этом не будет. Да, лабиринт здесь оказался совсем непростой. Вот я даже одну книгу пропустил. По крайней мере, очень хорошо, что я знаю точно, где она находится, и в итоге точно смог разобраться, как туда к ней попасть. Было бы намного хуже, если бы я вообще не знал, где она здесь есть. У нас, в принципе, получается, нет выбора. Ладно. А хотя нет, смотрите, наш брат сюда приплыл, отлично. Аки, go. То есть не придется заново плыть с самого начала. Я думал, что он остался там, где мы последний раз оставили лодку. Но нет, он приплыл сюда. Превосходно. Вот. Почему-то я не заметил, что здесь можно перелезть. Не знаю, может быть, спешил или думал о чем-то другом. Но, тем не менее, мы своего добились. И в итоге вот последняя книга здесь. Побираем. Сатес,
Очарованные, мы следовали за ним как глупцы. Несколько семян массы казались смешной ценой за то, чтобы стать похожими на него. Все предметы поблизости обнаружены. Прекрасно. И, кстати, спасибо разработчикам за такой ход, что продумали даже такую мелочь, как то, что лодка оказалась там, где находимся мы. Что нам не пришлось плыть заново. Ну, я имею в виду от самого начала, от нашей базы. Все, нам осталось только развернуться и поставить семечку на место. Так, стоп, мы откуда приплыли? Нет, не оттуда. Вот оттуда. Готово. Сначала их принимали радушно и с распростертыми объятиями, как сородичей. Брат начал думать, что его сестра может быть права. Мне очень жаль, Таку. Я должна это сделать. Ради нас обоих. О чем ты говоришь? О том, что мы сейчас делаем, семечки возвращаем на места. Так, а сколько там мы подобрали сегодня реликвий? А что, все? Одну только? Я не помню. Ну, наверное. А цветок еще нужно тоже сразу сейчас на место поставить. Так, а куда? Здесь есть, вот сюда. Ну, отлично. Что ж, ребята, на этом мы с вами на сегодня закончим. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в следующей серии. Пока-пока!